Для каждого из вас человека призываю, обратите свои сердца к Богу, покайте свои грехи, примирите с Богом. Господь любит каждого из нас, и Он не желает погибели грешного человека. Он все сделал, чтобы ты и я могли обрести прощение. Он умер на кресте, в третий день воскрес, и Он призывает покаяться. А также я призываю, исследуйте Писание, ибо вы через Его думаете иметь жизнь вечную. Только Христос может даровать вам прощение и спасение. Нет другого имени под небом данного человека, чтобы спастись. Единое имя Христос. Я призываю вас, обратите сердца к Богу, читайте Евангелие, примите Новый Завет, ходите в церковь. Пусть Бог благословит каждого из вас. Храни вас всех, Господь, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, Иисуса Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий... Торговельный центр Украина. Шановні пасажири, будь ласка, свой час наблюдайтеся до выхода. Уже осужден, потому что не уверовал в Единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, то есть Христос. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Ибо Христос за ваши грехи с вами, дорогие люди, висел на кресте, проливал святую невинную кровь.